Добрый день, мои дорогие друзья, любители видеоигр, это Олег самый позитивный, Олег, он же Брейн, и мы играем с Олегом вместе в игру, которая называется... Ракетная лига! Ракетная лига, причем нам с того раза это так сильно понравилось, что мы решили продолжить, и я поменял себе автомобиль! Да, я тоже Олег, поменял. Олег, да, что? мы с тобой в синей команде. Синий, я понял. Слушай, ну мы так приноровились. Давай, Алекс, давай! Вот Алекс, давай! Хотел в полете, зараза, промахнулся, ты прикинь, собака! Тихо! Ведите! Народ, молодцы, сука! Давай же! Как я в полете, твою мать, а! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Офигеть, сколько эмоций может... На! Олег, давай, я тебя поставил на... Я не могу пока! Пока не могу, давай! Сразу, я кто-то плыл! Давай, Алекс, давай! Красавец! Есть! Твою мать, а! Как я тебе спас, да, освободил тебе дорогу и все! Идеальная команда просто! Вот как надо играть в футбол, ребята. Это как раз в назидании нашей сборной, понимаете? Ага. Вот как надо играть в футбол, несмотря на то, да, что мы машинки. Да, но это не важно. Потому что мы машинки. Первый раз, эпичный бой, у них хрена себе. Это было больно. Это было больно, ребята, к нашим воротам ведут. Вижу, Алекса. Твои. Я с таким. Блять. Да, о, я выбил. Отлично. Я красавец, выбил. Нет, собаки, вы что творите? Я вот сейчас так, ай, твою мать, нет, собака хотел перекрыть, но не успела опуститься вниз. Давай попробуем тактику, значит, не по мячу, а может быть убирать тех, кто возле мяча. То есть ты видишь, что он хочет забить, ты не мяч отбиваешь, а машину отбиваешь. А ты в него врезаешь, давай. Но это опять-таки, если ты успеешь сделать. Опять же, на практике это мы сейчас проверим все, как это выглядит. На! Нифига, я даже разогнаться не... Вот, так, туда и немного левее. Я дал... Туда и немножко левее, да. Я дал тебя от стенки. Есть, я отбил, нет. О, есть, гол, молодец, красавец. А меня в Господи, посмотри этот божественный повтор. Это было просто кошерно. Смотри, что я сейчас сделал. Смотри. Хоп. Ни хрена себе, вообще красавец просто. Нет-то Месси отдыхает, блядь. Просто красавец, какой-то Мейсон, блин. Роналдо просто спит, блин, и видит такой у себя в мечтах гол. Ты понимаешь, в чем дело? Во-во-во, поехали, сука, поехали. Сраные поребрики, блядь, что вы делаете? Давай. Твою ж дивизию, гребаный ты ортосед. Остехондрон, блядь. Ой, не туда. Давай, пну тебя сейчас. 100 слов в минуту, только здесь. И только сейчас. 100 слов в минуту, комментаторы от бога. Олег Брейн, The Alex. The Alex Бдит, да? Супер Брейн Позитив, да? Супер Брейн Позитив и The Alex Дит. И The Alex Дит? Давайте, красавцы, ну. У меня энергии мало, в общем проблема. Я в тот раз в конце все-таки забил за мяч, твою мать. Отлично, это было реально классно. Да, это было хорошо. Ты удавай нас, суки. Если вам нравится, вы знаете, что делать, ребят. Это все как обычно, это даже не обсуждается. Если хотите больше серии по ракетной лиге. Тихо, да. Так, давай. Не-не-не-не-не. Не туда, не туда. Не-не-не-не-не-не. Рикошетит, но в другую сторону. Рикошетит, ребята, но в другую сторону. Не надо туда вести, это наши ворота. Вот, отлично. Давай. Олег, я... Блять, я опять. Я взорвался. Ты заметил уже сколько раз? Я видел. Ах, твою. Неужели я попал? Давай. Давай, гол, сука, забивай, нет, твою мать! Так, копим энергию тихо, тогда. Да. Хера, меня как штырило. На! Ну неужели не попал? Ах ты, собака! Все время летит куда-то в бок. Тихо. Ах ты, хотел так, тебя, блядь... Тихо, аккуратно. Перекрыть тебе хотел, блядь, кислород-то, зараза, а? На колеса, тварь, вставай. Не получилось перекрыть кислород, да? Не получилось, да. Так, тихо. Нифига там у кого-то дым фиолетовый. Тут половина. Не туда, не в ту сторону. Половина народа не понимает вообще, что она делает. Нет. Алекс, нет, не себе же. Да, нет, я как раз за ним дался. Окей. Все нормально. Давай, Олег, давай, ускоряйся. У тебя ускор есть? Да, был где-то. Давай, забивай. Забивай, сука. Не меня же забивай, а мяч. Меня забили, блядь. Нет, он, сука, едет забивать. Сбивай его нахуй. Сбивай собаку. Отлично. А, как я эпично пролетел. Тихо, народ. Тихо. Не забидушка, твою мать, а. Ядрена матрена. Давай вот туда его об стену и вон туда. Молодцы, выбили. Давай. Ну не мешайся, что ты творишь. Есть, смотри. Давай, Олег. Блять. Мне чувак какой-то стал там и не помешался. Что ж ты будешь делать, это а? Твою ж дивизию, они мешают, сволочи такие. Мешают, сукины дети. Они перекрывают дорогу, на! О, ну неужели, летит, родной, летит, летит!
давай, 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 красавица, ну красавица. Я думал, это ты был. Нет, нет, я опоздал. Я все время, я вообще, блин, на крыль не забиваю, я только в пас играю. Смотри, смотри. У них вообще красавица. Кожерненько, да. Красота, красота, красота. Сколько эмоций. Сколько эмоций может вызвать одна игра? Да, это реально эмоционально. Вообще просто. И красивая, заметь. Меня пинают. Ребята, зачем вы... Вы меня-то не пинайте, я же вроде свой. Может, так не стоит? Бывает, бывает, кстати, знаешь, как-то они так не рассчитывают. Как-то они не очень рады. Одна минута. Одна минута отбивать. Ну, давай, 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 отлично. Во, смотри, как. Давай, 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 прямой, прямой же. Давай, гол, гол, гол. Отлично, я красавчик, ты прикинь, с центра поля забил, с центра поля. Да, я сам прозрел, смотри. Ты видел, что я сделал, да? Ты видел в полете, что я сделал. Пока все враги были рядом с нами, на воротах никто не стоял. Так и надо, так и надо. Я же говорю, я даю вам пас. И в данный момент это был самый настоящий отвлекающий маневр. Давай, вот давай. Так, вот так, неужели? Ну нет, штанга, я можно, я при желании можно забить, да, я думаю. Да, 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 я тебе про что и вот говорю, вот если, блядь, приноровиться, если приноровиться. Так, давай, надо палить возле входа, прямо да, вот давай, здесь. Давай, 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 ага. Я жду, я стою. Давай, давай, давай. Блядь, вы уехали уже. Вот, Олег, смотри, я на центр пас тебе скинул. Куда, куда, куда ты? Давай, давай, на тебе, сукин сын. 30 секунд, все, еду, 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 еду забивать, давай, еду забивать, еду забивать, еду забивать, давай, еду давай, забивать. Давай, 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 есть, есть, есть. Я забил, ты забил, отлично, красавец. Хорошо. Я так разогнался уже, все, еду, 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 еду забивать. Мне нравится, слушай, такой адреналин просто рашевый. Я так не так. Я там не очень ору ты сильно, нет? Я там, нет, ну, нормально. Ну, можно. Здесь не фонит, это... не фонит, да? Нет, просто нет, мало нет, ли. Нет, нет. Не, ну мало ли, может, я так ору сильно, что... Не, у нас адреналин, друзья. О. Все нормально. Слушай, Олег, можно с центра поля забить? Можно, можно. Можно, ты сделал уже. Можно. Ты доказал, да, что это можно. Можно, можно, можно. И это даже вполне возможно. Это вполне реально. Это реальность, это не сказка. Реальность, это не сказка. Тихо, 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 еду забивать, еду забивать. Ни хрена, ни хрена они там. Фигушки. Давай, давай, Лев, молодец. Это не я был. А, это я, у меня был... такая машинка лазуритная. Ой, все. О, блин. Я, что ли? Все. О, машина новая открылась. Веном, 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 веном. А у меня боди. А, веном боди. О. Ну, веном боди, да? Нифига себе, Алекс, мы с тобой дали копоти, смотри. Олег, мы тогда с тобой пока что в менюшку никуда не выходим, да, не смотрим на всю эту ерунду, да? Нет, давай следующий матч поиграем и посмотрим уже в третий матч, который будет, да, второй, так. А на третий уже можно зайти в гараж и показать, что там есть. И показать, что там есть, давай, да. Так. Пока я жду, вот видишь, смотри, я нажал, Алекс, что я готов. Мы с тобой реально... А, да, я тоже готов. Смотри, как мы классно. Вообще, мы красавцы с тобой просто. Угу. Мы красавцы. Это раньше мы как-то, ну, приноравливались. Ух ты, смотри, какую карту. Да, карту. Слушай, оптимизация вообще на высшем уровне. Ну, тут, казалось бы, оптимизировать-то, в принципе, нечего, да? Но я все выставил на максимум, у меня шикарно идет, конечно, идеально. Согласен, да. То есть, вообще, ребят, ну, пока ждем, пока веселимся. Пока, пока ждем, нравится, ребят. Да. То есть, такое дело. Банда «Мокрый виноград», прекрасно. Да, ну что, едем? А, они еще заходят. Да, у меня машина такая, знаешь, как в кровавых этих подтеках, такая изумрудного цвета. Слушай, Олег, почему тебя так часто взрывают? Я еще ни разу не взорвал. Я не знаю. Написано бомба. Ты видел? Ты видел, прямо на повторе был. Давай, 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 давай. Может, какую-то охоту там устраивают? Чё-то вы все разли... Ай, не в ту сторону же. Не в ту сторону. Не-не-не-не-не, нам же в оранжевые ворота. Тихо-тихо-тихо. Вот я. Давай, я веду мяч на центр. Веду на центр мяч. На центр поля ведет Алекс мяч и забивает. Гол! А, Мерлин забил. Ну ничего, наша команда же. Мерлин красавец, Мерлин про. Ну ты ему помог. Ты чисто за него всю работу сделал, понимаешь? Ну, я просто. Я выманил всех на себя, сделал ему, короче, пас, и он забил. Да. Давай будем делать. Давай я буду типа как думать наивно, что это я участвовал в этом. Давай. Хорошо. Мне хочется, как бы. В это верить? Опа-на, ничего себе. Не-не-не, ребята, там наши ворота. Не надо, не надо, не надо. Тихо, спокойно. Не-не. Купим энергию, кстати. Все, я об стену хотел. Я хотел его об стену выбить, чтобы он в поле вышел. Не-не-не-не-не-не! Ничего себе, меня отхерочило. Мне тоже, кстати. Смотри, как я вылетал. Какой-то саджет снайпер. Че ты на месте, смотри. Бандит вон. А я пытался, смотри, что я пытался сделать. Я пытался перекрыть ему дорогу. Вижу, вижу, вижу. Реально классно было. Это было хорошо, да. Было эпично. Так, реально, это было реально очень прекрасно, да. На, сука, получается? Отлично! Неужели летишь в ворот? Не, нет, нет, жалко, жалко, блядь, жалко, жалко, жалко. А я так хорошо с жопцом отбил. Же ты вниз. Копим, копим, копим. Ах, твою мать. Я ударил. Куда я его отбил? В центр поля, блин. Ну да, ну на колеса же ты встань, ты, господи, что ж творишь-то, а? Не-не-не, едет, 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 едет. Нихера, нихера, нихера. Не попадете, не попадете. На, сука. Во, я отбиваю. Давай, 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 давай. Мерлин, Мерлин. Ах ты мразь какая, хитрожопая. Не-не-не, копим, 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 копим. Нифига, 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 родной мой. Нифига, нифига, нет, 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 нет. Блять.
На, вот так, об стену, смотри, что я... Я пытался... Блядь, есть, уводим, уводим заехал. От наших, отлично. Ничего страшного. Ничего страшного, да, все, да. Ну, по крайней мере, я сделал то, что должен был сделать. Я просто его подальше от наших... Тихо, тихо. Так, надо вражину... Блин, меня пока! Алекс, ты где? Ты его хотел. Тихо, 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 кто там? Не, нифига, что ты задом делаешь, твою мать? Там какой-то на красной машине гоняет. Воу, это что за дерзость была тут только что? Я не знаю. Так, немножко ускорение. Блин. А ну, кто-то на кого-то охотится, ты посмотри, что они творят. Да не надо, ты меня... безумные они какие-то. Меня пинают, меня пинают. Смотри, какие сволочи. На, так. Сука, я тебе не дам забить нам мяч. Нифига, не-не-не. Угу. Нате, твари. Блин, я не попал, прикинь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так, на, нига, да, нига, я, нига, я нига, выбиваю, нига. Я беру мяч. Фу, меня взорвали, взорвался. Я же тебе говорю, тут жопа боль. Это было очень эпично. Так, Мерлин, я ж свой, что ты творишь, твою мать, я не попал по мячу. Тихо-тихо-тихо, надо было воздух все это делать. Тихо, тихо. Нет, 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 Мерлин, Мерлин, на ворота, быстро! Мерлин, стань, дай, опускайся же ты вниз, что я летаю там по крыше, по этой долбаной. Вот. Тихо, нет, нет, нифига! Тихо, отлично, спокойно. отлично. Давай, уводим мячик, отлично. Уводим, смотри. Давай. Надо центрироваться немножко в центр уйти. Давай, да, я его немножко в бок, увел. Давай, блядь, куда ж ты уехал, мразота, а? Тихо. Вот, молодец, Мерлин. Давай. А там бандит, смотри, на ворота. Красавец. Олег, рядом с тобой мяч. Вижу, отбиваю. Я в центре, я пока стою в центре, жду мяча. Бля, давай, отлично, давай! Забил гол! Вообще красота. Молодец. Это было классно. Это было реально классно. Это было очень хорошо. Видишь, так, мы все правильно делаем, да? Кто-то отвлекает, кто-то играет в пас, кто-то забивает мячи. Это, в принципе, все логично. Нормально. Мне нравится, отлично. Мне тоже нравится, да. Тут есть волю, можно дать волю эмоциям, понимаешь? Эмоциям, да. Именно что вот эмоциям. Ну как, блин, настоящий футбольный матч, знаешь? Хитрая жопа. Как просто настоящий футбольный. Только машинками, да? Оригинальная концепция. О, я забил! Нифига, докатился! Я сделал? Его хотел допинать ворота, он просто докатился, прикинь. Подожди, а по мне засчитали, смотри. Ага, это рикошет, был рикошет. Смотри, я еду, смотри. Я там еду, видишь, я уже хочу. Да. И меня отфигачивает. Не, я такого еще не видел, это, конечно, жопа. Можно, с центра поля можно забить, да. Мы это уже доказывали неоднократно. Доказывали, да, это правда. Сейчас вы его выбейте, я подожду. Так, отлично. Так, Алекс, тут, кстати, еще и тактика, как хороший. Давай попробуем. Ты стой на центре, допустим, я тебя пасану. Классно говори, как в школе петь, да? Да. Я так в детстве помню. Давай. Молодец, Мерлин. Ах ты, сука, выбил. Мы так говорили, я тебе сейчас пас дам. Я пасану тебе сейчас, и ты забьешь. Ну, были детьми. Голянчик. Ох, ты не попал. Тихо. Нифига, не уходи. Выбивай его. Выбиваю, пытаюсь. Блять. Ой, Олег, это я тебе случайно. Ничего, нормально. Уходим, нет! Нет! О, отлично! Красавцы! Отбил? Блин, я жду. Ах, твою мать, что ж ты так скачешь? Удар! Как? Есть, катится, смотри! Есть, да? катится! Блядь, чуть-чуть скатился. Как это эпично прозвучало. Да, я согласен. Это было божественно. О, гол! Гол, вашу мать! Кто забил, ты, Олег? А нет, Мерлин, нет. Мерлин я забил. Не настолько эпично. Да Мерлин вообще с центрополя забил, ты представляешь? Да, вообще молодец. Вот вообще со своей, блядь, половиной. Ну, ему, конечно, повезло. Смотри, ему, конечно, повезло. Он так отскочил классно, что... И, блин, я сижу весь мокрый. Серьезно говорю. Ну, ребят, вы же знаете, что эмоции — это такое дело. Давно нам очень нравится. Да, давно. Мы просто в симуляторы обычно не играем. Давай. Да. Твою мать, я кто-то подумал. Блядь, мимо немножко. Ладно. О, хорошо. Вот. Ах ты, твою мать, ну что ж ты так скачешь-то? Тихо. Ой, вон он, Мерлин, ребята. Прости, друг мой, я не специально. Так, а, я давай. Его ближе. На бок, да, молодец. Так, палим, давай, Олег, я на центр пошел. Хорошо, я понял. Я пошел ближе к центру. Отпните мне мяч. Не могу отпните. Пока. Ой, бля. Так, к тебе пошел, смотри, в их ворота, давай. Здесь стоять. Забивай. Давай, забивай же. Ай-яй-яй. Ну давай, сука. Нет. Боком пошел! Давай, собака. Пошел! Нет! Катится! Блять! Давай, я перекрыл! Я перекрыл ему, сука, дорогу, чтобы он не вылетал! Нет! Сука, еду! Сейчас перекрывай, смотри в другую сторону! Куда ж ты катишься-то, собака? На тебе, тихо! Так, разворотчик. Тихо, вот! Давай, Олег, давай, он твой! Блять! Нет! Ого, ни хрена себе! Ты видел эту жопу? Замутил, ты видел? Да, это вообще пипец какой был, смотри. Вообще жесть! Смотри, как он ускорился с того конца, смотри. Смотри, а ты видел, как он ускорился? Да. Мне вообще такой скорости не хватает. У нас пока нет возможности. Мне не хватает такой скорости. Ну, это опять прокачка, видимо, все дела. Было красиво, да. Было ну, да. Тут зрелищно.
Вот это было. Почему? Больно, а видишь, да, они да. первые ударяют по мячу. Да, да, они первые, потому что у них как-то, видимо, автомобили поскоростнее. Ну ладно, ладно, мы напрокачиваемся, у нас тоже будет все нормально. Бандитик, что-то агрессивный какой-то. Тихо. 30 секунд, давай. Катится мяч. Давай же, ну уже, блядь. Ну, блядь, не попал. Не в ту сторону. 20 секунд, ребят. Пробуем. Давай. Стой, его. Давай, забивай же! Забивай же! Алекс, ты, собака, что ты не в центре там? Я думал, ты в центре стоишь там. Нет, меня уже вышибло на стену. Не, нихера! Нихрена, какой дерзкий! Нам за 7 секунд бы сейчас бы еще, чтобы они не сравняли только счет. Не слиться бы сейчас. Не слиться бы еще, а то так хорошо шли, спасали. Смотри, у бандита там реактивная прям установка сзади такая. Со всеми делами, да. Слушай, какая жесть, а? Блин, вообще класс. Да, супер. Все, погнали. На, тварь! На, во, нифига! Отбили его удар, отлично. Все, отбили, нихер. Так, давай, я буду возле центра палить. Все, давай. Ага. Как только он в центру, я... Все, ах, бля. Твою мать, немножко не успели. Но мы все равно выиграли. Паладин открылся. Мне паладин открылся. Мне открылся мейт. Пошли в менюшку. Где? Пошли тогда... Да, краска. Главное так, меню. Так, мы заходим в options. Нет, посмотрим не гараж. Нет, там написано главное меню. Так, паладин у нас есть. И, по-моему, открылся еще что, Гизма или кто? А, Breakout. О. Алекс, ты так, тут? Так, гараж, смотри. А, значит, Гизма, да, мне еще вином. Ага, даже так. Вином, да. У меня винома нет. У тебя нет винома? Нету. Скажи мне, а характеристики машин можно посмотреть? Нет, ты думаешь, что они здесь вообще есть? Я вот тоже пытался. На правую кнопку у меня не получается. На левую я жму, он и выбирает просто автомобиль. Хорошо, короче, я возьму паладина. Мне автомобильчик только, и вот я могу еще с краской поэкспериментировать, и все. Так, тут у меня ничего. Да, надо с краской что-то сделать. Да. Давай я колеса оставлю. Давай я колеса поменяю, пламя. Вот это разноцветное пламя какой-то из жопы. Вот это, конечно, эффектная херня. Пламя из жопы. Пламенные жопы, блядь. Помнишь, как это в Южном парке? Да, это пипец. Да, это было жесть, конечно. Так, ладно. Ну все, я себе выбрал автомобиль Venom. Хорошо, я тоже. Возвращаюсь обратно в меню. И жду тебя, пока ты нас приконнектишь, да? Ты же у нас теперь верховудишь. Новое, то значит, это лучше. Да, получается. Вроде бы так, да. Фух, ну что же, Филимонов, Толик у нас тут, Супер Алекс, да, Линч. Блин, у меня оранжевая машина, прекрасно. Все шикарно, ребята, поехали. Смотри, смотри, во, как я помечен, Виталий, он прям в центре остался, все да, кстати, да. Так, подожди, мы какая у нас команда? Налево, нам надо налево, мы оранжевые. А, мы в синие ворота бьем, да? Да, вот я веду, вел. Веду или вел? Вел. Так, тихо. Не, синий, ты чё раздухарился? Тихо. Ты чё с синего раздухарился-то? Тихо. Блин, у меня энергия закончилась. Так, давай. Ох, ах ты собака, чё он сделал? Тихо, ребята. Не надо. Я перекрыл, блин, я хотел перекрыть ворота, собака. Это было лажево, это было плохо. А что такое? Нам забили. Ну, нам забили, да? Подожди, или не нам забили. Мы синий или оранжевый? Мы вроде оранжевый же. А, оранжевый, значит, мы синим, да, все. Да, все правильно. Нормально. Да, у меня же машина оранжевая, точно, господи. Да. Все, поехали. Тогда не лажево, все нормально. Фу, это была боль, печаль просто. Это было хорошо. Так, нормально, ребята. Ну, если мы даже тут, предположим, сольемся, это ж ничего страшного нету в этом. Это всего лишь игра. Это всего лишь, как говорится, это всего лишь футбол. Футбол вещь азартная. Я знаю, как бы это по себе. Я сам, как бы, фанат футбола. Болельщик, можно сказать. Где вы, твою мать? Вот. Ну вот футбол автомобилями, смотри, как давай, я! Давай, катись, давай, пошел скатись. За мной! Сразу, ну неужели выбили собаки, а? Ох, нифига там машины разлетелись. Неужели катись ворота, пожалуйста. Давай, Кварти, молодец. Нет, сейчас на повторе посмотрю. Там написано, да, был пас. Смотри, я как видел, я победил. Да. Вроде пас, да, нет? Смотри, как хорош. Ну, короче, это было хорошо. Но я видел вроде бы, что я коснулся мяча. Так, это кверти. 1-1, дамы и господа. Мы продолжаем ракетную лигу. На канале Мокрый Виноград. На канале? Мокрый Виноград, да? Мокрый Виноград. Ох ты, не попал, хотел я. Ты красный, что ли, да? Ты красного цвета? Блин, у меня немножко энергия. Давай, родной. Да. Так, перехватываю. Есть. Иду на перехват. Что ж ты будешь делать, а? Ланч, ты что творишь, Ланч? Не, Ланч. Нет, уходим. Даже не думай. Даже мысли такой не подпускай к себе. Даже чтобы в голове у тебя это не вертелось. Вот. Ой, это херово. Это было неплохо. Блин, нет, куда ж ты, это же...
Это же... Что ж ты творишь? Так. Слушай, так может надо на центре стать нам? Ну, Нет, я пас, конечно, да, можно там, конечно, отпасовывать и типа есть. Давать. Так, отбили. Давать мяч. Тихо. Слушай, машина какая-то лажевая, мне прошлое больше нравилось. Эх, вот! Нифига, я как в полете сделал пас. Давай, Кверти, давай! Давай, Кверти, ждем! Кверти, что ты делаешь, Кверти? Что ж ты стал? А он наоборот остал, слышишь, жопа хитрая, а? Сейчас. Да, видишь, о чем он делал? Так, Олег, давай тогда, я пасую тебе в центр. Сейчас, подожди, надо вцентрироваться. Блин, не получается мне. Я в центре. Вот, лучше, блядь, сейчас пацаном. Сука, далековато было. Сам автоматом сам этого не хотя, практически нам чуть было не помог. Давай, забивай же! Сука, блин, а? Говно, так было, а? Тихо. Вот, давай, вот так. Так, я выждал момент. Давай. Я выждал и сейчас постараюсь привести его к воротам. Блядь, нет, они уводят его. Не получается. Это не так просто, кстати говоря, как вы думаете. Тихо. С противника попробуй сбить противника. Да не пинай меня, блин. Воу, нет. Не, нифига вам не мяч. Не, все нормально. Чтобы даже подобных мыслей тебе просто не... Пошлых... Нет! Ах ты, собака, а. Ты жопа. Дженниси, я пока там сбоку стоял, пытался что-то сделать. Блин. Да. 1-2. Слушай, они нам уже два мяча заколошматили. Ничего, сейчас отыграемся, ты знаешь, такое дело. Мне машина не очень нравится. Какая-то она такая, знаешь, неподатливая. Кверти пишет YouTube. То есть ты хочешь сказать, что надо было предыдущее оставить, да? Да. Я думаю, что предыдущее было хорошее. Я катаюсь на новой, но новая вроде пока что ничего. Даже такая скоростная, так, ну, неплохо себя ведет на поле. Ах ты жопа, что ж ты делаешь, а? Он пролетел мимо. Спокойно, Тихо, собака. Тихо. Ты чё, давай, забивай же! Молодец! Есть, молодец! Я забил! Вот это было хорошо. Я повтор сейчас посмотрю. Это было прекрасно. А, я последний, кто коснулся. Или как? Почему мне это засчитали? Я не знаю. Там была очередь такая, знаешь, там было очень жестко. Или я все-таки как-то каким-то краешком все-таки докоснулся. На, твари, блядь. У меня первый удар мой был, кстати, за мной. Был. Где мяч? А, вижу. Ах ты хорошо, а? Нифига. Нифига, уводим. Не. О, молодец, красавец. Все, ты мне поставил. Отлично. Ага, фиг тебе. Ни хрена. Еду. Давай, родной. Нет, не получилось. Давай же, сука. Эпический прыжок. Алекс, ты там на центре, да? Нет, я сбоку пытаюсь мяч отнять, собака. Я попытался, давай я на центр уже поеду. Нет, сука. Ну надо же, а. Ну ладно, два мяча-то мы, по крайней мере, каким-то же забили боком. Согласен, да. Да, не так плохо, Но у него открыто было, посмотри. У него просто было открыто. У него было все открыто. А ворота открыты. Ну, у нас вратаря нет, никто на ворота, кстати, не хочет, потому что это скучно. Все хотят играть, короче. Вот ты, ничего себе. Почему у них это получается, блин, быстрее, чем у нас? Вот это так обидно. Тихо, нет! Я в стену, я специально. Пошел нахрен отсюда. Вот, видел, как я сделал? И он катится в ворота. Да ладно. Серьезно, нет. Я иду так. Ох, кого-то взорвали. Не, сука. А. Вот, блин, а. Тихо. Мотай. Я представляю, если включить вот субтитры на этом видео, это жопа. Ютуб лопнет, наверное. Со смеху причем. Да. Давай. Кверти. Давай, Кверти. Давай. Я еду добивать. Ах ты что, перекладина, прикинь. Давай, Кверти, еще раз. Давай, попытка номер два, Кверти. Давай. Нифига. Нет, ланч. Да, даже не думай, время ланча еще не пришло, слышишь? Три мелочи еще не пришло. Нет, штангой забил! Я думал, он нам штангу и вылетит, блин, в поле. Твою мать, 4-2 нас делают. Да, нас при том конкретно имеют сейчас. Либо мы отыграемся за 37 секунд, либо мы сливаем. Fuck you, YouTube. Fuck you, Кверти, говорит. Обидно. Да, Кверти, я могу тебя понять, обидная херня. Не, родной мой. Это было прекрасно. Сейчас мы отыграемся. Это было прекрасно, все было хорошо. В лучших традициях жанра. По Кверти, давай полминуты, Кверти, что творите? Да вы что в сторону? Вы что делаете? Тихо. Ну, по сути, блядь, что ж за камера да идиотская? Сука, да что ж за этот идиотский, блин. Так. Давай, Кверти, малорик. Давай. Ага. Я стою на центре, жду. Так, тихо, что я жду? Правда, я не очень понимаю, но я жду пропаса. Че ты ждешь, Алекс? Жду паса. А, паса ждешь. Ах ты, собака, давай. Машину я все-таки поменяю. Иди, ворота, родной, иди, пожалуйста. Давай, забивай. Молодцы, красавцы. Кверти забился. Кверти малорик, да. Им напоследок. Ну, это, считай, что гол, ну так уже, в довесочек-то. Ну... Престижа. Ну, как-то так. Гол престижа, да. Ну, согласись, что мы не проиграли уж так с позором. То есть мы играли в пас, мы играли в нормальную игру, короче. Прекрасно. Говоря. Не то чтобы это, да, вот сам как бы на себя кто-то там одеяло, да, вот пытался стянуть. Ничего похожего, нет. Могли бы с центрополя, блин. Могли бы. Могли бы попытаться с центрополя как-то забить, но.
О, мне открыли мир, новые колеса. Мир какой-то мне открыли, да. Угу. Ну чё, еще один разок и все? Да, или, давай. Или как? Давай да, еще один разок. Я бы, конечно, машинку поменял бы, знаешь, я, наверное, выйду менюшку. А, ты все-таки хочешь выйти? Да. Мне эта машина не очень нравится. Я посмотрю в гараже. Есть ну давай, что-то. я тоже гляну. Хотя я машину, может быть, менять не буду. Машину я оставлю. Вот мне там открылись новые какие-то, мне там написали еще, что в тот раз краски матовые. Так, может, какие-то колеса. Вот, наверное, вот эти. Алхимия. Красиво. Поставим, да? Печенька. Кипариков у нас никаких нет. Вот так, оставим. Дым у нас так, колеса, красный. Колеса. Мне тут предлагают какие-то колеса. Вортекс. Так, понятно. О, не хромированный, ничего себе. Давай вот эти все поставлю. Так, ну что, поехали. Лоурайдер, я себе поставил колеса. Все, я готов, я в менюшке, жду тебя. Я тоже, давай. Все, сейчас начинается у нас по-прежнему. Слушай, Кверти там что-то негодовал, матом крыл кого-то. Не знаю. Может быть, он крыл это сам матом ту команду, потому что нас матом крыть нельзя. Мы пытались, мы честно старались. Нас нельзя матом крыть. А почему счет 1-0? Слушай, а мы наблюдаем, что ли? Нет, а что такое-то за дела-то? А, реплей какой-то. А, нет, мы подключаемся к игре. Видимо, там уже и игра началась, и полминуты уже идет. На, так. Твою мать! О! Мы оранжевый. Да, вижу. Не, нифига. О, я пнул синего сейчас, хорошо. Отлично. Ай, кстати, да, хорошая хорошо тактика. Пошла, да. Хоть я этого, в принципе, и не люблю, да? Ну, как бы так, это, может быть, с моей стороны так немножко нечестно будет. Почему? Да? Эта игра здесь можно все. Это грубая игра. Нет. Отлично. Это была грубая игра, хотя в этой игре, конечно, нет неправильно. На, ничего. Сукин сын. О, отлично! Хорошо, выбили, давай. Хорошо. Он там отлично центрирует. Едем. Так, тихо. Давай. А, нос чешется, блядь. Давай, пожалуйста, сука. Ну что ж, прямо в полете хотел. Нет, брось. Собаки. Блин. Майонез? А, Манону Вен какой-то? Манону Вен. Банана-фон. Ну тебе, короче говоря, блин, Манону Вен-то повезло. Ты прям стоял один рядом с воротами и никто тебе не прикрывал. Аж руку сводит, если честно. Это чистое везение. Как это было больно. Я чуть ворота к себе не залетел. Это было прекрасно. На! О, хорош, пошла. Тихо. Давай, бей же! Блин, я слишком рано прыгаю, видимо. Ребята, играем. Блин, мяч-то был так хорошо стоял-то, уже хотел его пнуть. Ладно. По-моему, тут этот, G-Clock или G-Shock с нами, да, играет? Да, по-моему, ух ты, собака! Нет! Может быть, побивай, Олег! Нет, это наш, куда забивай? Это наши ворота. Нет, я его выпихиваю уже, куда-нибудь фок. Давайте, ребята. Есть, уже отлично. Собака, ну как же ты так ускорился? Давай, был G-Block. Да, вот, не. Ой, молодец. Опа, смотри, как хорошо. А? Хорошо, как пошла. Ой, хорошо пошла. Хорошо, смотри. Олег, давай, пас мне на центр. Не могу пока. Давай. Удар! Нет! Сука, перелетел! В ворота залетел! Какая боль! Я тебе поставлю! Давай! Не могу, у меня камера ебантическая, это, блядь, камера ссаная! Давай! Забивай, Алекс, давай! Алекс, давай! Молодец! Это было хорошо, найс! Это просто было. Прекрасно, ты мне дал пас, да? Это ты же мне пас дал? Я не себя посмотрим. По-моему, да? Нет. И я ты прямо, забил, да. Смотри, прямо в угол, да. Это мастерство. Это мастер, ну так. Мы же тут дело мастера как... боится, да? А, как бы не пальцем деланные люди. Сукин сын. Смотри, как я сразу в воздухе его, блядь, подровнял. Хорошо. Давай, Алекс, я на центре. Давай, я тебе пас даю. Олег, блин, меня перекрыли. Я понял. Меня, тварь. Чувак с короной катается. С короной, блин, короной. Тихо. Давай, Алекс, молодец. Вот, кстати, хороший. Давай! Что ж за блед тут такое? Сиблок. Это ты в меня врезался. Тихо. Тихо. Давай, сука, еще это неповоротливое. Не, хера тебе. Нет, маневр тебя путает, слышь, маневр. Давай. О, выбиваем. Олег, я поехал в центр, Олег. А, нет, ты поехал в центр. Я поехал. Они все поехали в центр. Так, Сиблок, давай, Сиблок. Все, я что-то у вас там ребятуши. Есть, кто-то там кто-то рикошетил. Красавцы, ну кто, красавец? Есть, Сиблок, молодец. Так. Осталось для красоты еще мне разочек забить, чтобы каждый по разу. Каждый отличился по разу, да. У меня просто руку уже сводит, я как такой раш, понимаешь? А я играю на клавиатуре, у меня рука там еще больше, да, там еще больше жопы. Ладно, все нормально, ребята, играем. Давайте, чтобы это было эпично, давайте. Давай. Есть! Сиблок молодец, смотри, забьет сейчас, да? Забьет же! Давай.
На, ну что ты, блядь, пролетел мимо сучьего мяча? Ребят, я в стеночку вам. Давайте в лог. Так, у нас проблемы возле дома нашего. Понял, я еду, ускоряюсь, еду. На, так, надо отбивать. Главное, чтобы он не забил. Ох ты как, я смотри, пошел. Пошел нахрен отсюда, пошел. О, я еду с мячом. Поехал. Давай, Алекс. Да, своего рода, что ли, забил? Давай. Смотри, что, своего рода. Я забил, отлично. Отлично, молодец. Ну да, зачитали мне, видимо, как-то. Ну ты же и забил, да, потому что я к тебе подъехал, ты как раз успел. Все. А, нет, это я упнул, все-таки я коснулся, и его потом-то я упнул еще раз. Нормально, 4-1, Алекс. Красота, слушай, Олег, по черноте вообще, давай. Делаем, напоследок делаем, ребята, оцените наши старания, пожалуйста, напоследок делаем. Это просто... Так, значит, он рикошетит, получается, ага, вот в обратку. Олег, давай, вижу тебя, давай, пинай, отлично. Отлично, пнули. Я поехал на центр, вижу тебя, давай. Настя, давай, я выбиваю его в середину. Блядь, середку не выбил. Тихо, я уже еду. А, вот так. Хрен вот. Вам, ёпта. Во, смотри, пошел, давай. Давай. Сука, неужели, давай, сука. Давай, есть, нет, давай, родной. Давай, лети, нет, родной. Лети, попал, нет, сука, я же... Сука, блядь, не забивайте, пожалуйста. Забивай его, твою мать. Забивай. Рядом прямо был, ну. Да я видел. Давай, Олег, веду к тебе, Олег. Такая боль. Что какая... О, давай, молодец, Сиблок. Блок, вот, есть. Наконец-то хоть Сиблок забил. Фу. Олег, у тебя штанга. У меня там, блядь, перекладина. Я тебе говорю, я такой жести давно не видел. Там словами не передать просто. Опять-таки, как-то заглушаю, да, но я не специально... Не, сейчас, ты никого не заглушаешь. Просто эмоции, это чисто никого, эмоции, я, честно. Никого у меня не такого заглушаешь. Давно не было, все правда. Нормально. Я таких эмоций не испытывал очень давно. Нифига. Никто никого не заглушает, не переживай, все нормально. Тут такой адреналин, это просто бомба. Игры, которые заряжают, наоборот, не унываешь от них, а заряжают. Да, и не хочется играть, что самое любопытное. Понимаешь, они скучные, а у них просто куча. Давай, бля, как же. Нет, я даже не думаю об этом. Слушай, я пнул случайно Сиблока, но это я его подпихнул. Отлично. Немножко задницы своей я коснулся. Немножко задницы своей. Ой, это мы с тобой жахнулись. Ой, Сиблокушка. Уходим. Виду. Давай. Должен забить. Сука, 6-1. Посмотри, как это кошерно. Я напоминаю этого кота, который клубочек, знаешь, тянет. Реальная обводка, ты понимаешь? Да. Мяча, ты представляешь, а? На последней секунде, там доли секунды оставалось. У нас что такое? Мне колеса открыли, господи, это было эпично. Это было прекрасно. Алекс, ты на первом месте, поздравляю. Сам шок. Я сам от себя такого не ожидал. Ты что, Олег, я даже не знаю, что делать. Я думаю, что надо сделать перерывчик, друзья мои хорошие. Давайте, ребят, мы сделаем перерыв. На этой серии мы с вами... попрощаемся, ну реально, таких эмоций я не испытывал очень давно. Опять-таки, я прошу прощения, если за крики, за оры этот, но это реальные эмоции, это просто живые эмоции. Это того стоит. Это того стоило. Все, ребята, лайки с вас, если действительно вам это все дело понравилось. И хотите больше новых серий. Да. До новых встреч. Прощаемся, до следующих серий. Пока-пока. Пока-пока.